Господа пчеловоды, вы что, пчел не видели? Туда покажи. Вчера видел рамки. По очереди. Шурубы. Петя, ну привет передай. Привет Украине. И не только Украине, нас смотрит много. Весь мир сейчас смотрит. 2% молдаван смотрит. Да. В YouTube мы же смотрели. Один Петя и другой. Я один Володя постоянно перелистываю, чтобы набрать просмотры. Как он убивает человека? Как я убиваю человека? Быстро. А ты легкий чего держишь закрытый верхний? Карпатка. Что работает? Да не лезет пчелы. Слушай, какой-то запах. Что, это топилки? Я такой думаю, я возьму обязательно один. О, прикольный электрический, да? Да. Угу. Для ленивых. Тоже, да, позаливали все. Когда корпуса... Когда будем качать? Сейчас еще кинем, еще пока мы здесь, пока людей много. Еще по одному кинем. Что не дам загонку сейчас для показа будет. Попробуем. Свежего меда. Миннесота идет. Андрюх, они что, пчел не видели? Наверное. Я вот это с пчеловодов поражаюсь. Ездят друг к другу, смотрят, что они не видели. Вот веришь, зачем? Не, ну пчелы же не. Так, кто будет первый спрыгивать? Платформа. Ребята, тоже я убежал сразу. Эту Ваню Сережу видишь. Может, с той стороны начнем? Пошли тебя обратно на тот прицеп. Так я не могу подойти ни с какой стороны. Сейчас я тебе скажу, когда подойду. Здесь можно подойти. Видишь, крайне это потому что перелет. Стягивается. Да, это все из-за этого. Так это не та, что мы. Это не синий вверх. Вот это уже наша. Тут можно. Петя на каждой пасеке пробует мед. На био, да? Био, да. Мне кажется, он туда. Вот херни едят с твоей карпаткой, как напшаются, а? Ну, погода тоже какая-то нелетная. Ветер. здесь это... А здесь карпатки тоже стоят, да? Да. Так, а как? Этот, тофан, ты говоришь, да? Это пеноплан. Это тофан? Да. Видишь? Так, так, вот это... Потому что сюда залезает под жесть. Выгрызает их пеноплан. Приехали в Румынию, какой-то заповедник через пограничников на тачок Андрея. Там у него деревянные ули, как он говорит, подайка готовит платформу. Вот ули тоже. Румыния. Такси. И ипотека. Есть итальянка? Да. Это на том показать? Да. А как тебе, Андрей, итальянка? Как? Ну, по сравнению с Блокфастом. Неплохая, но немножко есть она агрессивная. Агрессивность есть? Да. А по меду? Ну, по меду показывает супер, зимостойкость супер у нее все. А это синий? Это итальянка. Миннесота. А что ты такая злая дома? Такие это тоже будет. Погода, смотри, какая здесь. Погода разная. Здесь сверху. Да. И отстроили. Давно ставили? Ну, да, ну, 3 дня. 3 дня. Не, это больше? Больше. Здесь мы тоже добавляли как бы по несколько ранок, мы не сразу ставили корпус. В нижнем обстраивали, потом поднимали на верхний корпус. Если сегодня выйдет солнце, не заполнит. Да. То же самое, гиплящие. Крайние поставили уже строили прошлогодние, а сюда вот вощину все. Работает. Да, ну корпус сейчас. Вот он, корпус. И семья на одном, на 8 рамок, 300. Упс. Тоже. Красава. Ну это полностью платформа итальянка? Или... Вот эта сторона, мы просто пока проверяем, это вариантная вещь. Вот она очень построена все. Ровненько. Ровненько. Саша. Что там? Улитки покупают на Улиин. Реклама Улиин? Да. И книжки там, кстати, можно купить. Нет. А мы же пешком. Ну это пасека лучше, чем там чем-то. Которая? Тем, где мы были. Там не поставили. Нет, там здесь по-другому работают. Что, кто там приехал? Я привез, но я привез. Кто-то приехал еще. Сейчас пойдем это там на той, вот она точно. Ну везде кинули по 8 рамок мужчины. Стараемся настроить. Идем посмотрим, что это. Цена. Еще тут прицеп. Да. Сколько здесь семей? 200 стоит? Нет. Это тоже вощина, да? Да. И отстроенная. Ну, поднимай, наверное. Это и стой? Что? Да? И пчела серенькая, видишь? Так мы сейчас откроем и семью, посмотрите матку тоже и посмотрите. Она серая в основном. Вот, да, как ты их называешь? Это? Угу. Кишток? Кишток? Кишток, это да. Класс. Ну попробуй мед сакаться или нет. Кормушек. Ну так я же видел. Там видел, мы заезжали, вы их туда отогнали, там кубы стояли с правой стороны. И вощину ты большой берешь и клеишь? Да, большую. Ты это поставил на разрез? Да, вторую в разрез поставил. Сколько? 3-4 дня где-то. Ну центральную уже отстроили. Да. Давай. Слушай, тяжелый корпус. Снимем. Смотри, по весу такой. Не, ну здесь ну, он только заливает. А? Не, так он уже. Ниже у тебя тоже такая система, да? Нижние да. Три четверти. Этот, да, ну, два. И... Ну, два рута всех магазинов. Да. Я тоже так пойду. Давай снимем, залезем в семью. Давайте, давайте. Стой. Канатку. Как ты? Тяжелый. Да? Я поиграю с Демарем. Эту или ту таскаешь? Да, ну тоже рамочка так подзалита. Это 300-я тут? Да, 300-я. Чего я достаю? Я как думаю, это не заканчивается. Я уже думаю, когда... Да, 300-я. Ты уже крылышки меряешь? Да. Я уже отмерил, я уже мерю кое-что другое, уже учусь мерить. Так и надо. Вот маточка. Говорила. Так? Такой крас. Андрюха, я когда нахожу, но я сейчас эти свои отмечаю, ты что привезенные с номерками. Как я тебя вспоминаю, где я взял вот эти моду с этими метками? Боюсь, а смотри, трутень какой есть. Полинчинская. Смотри, там матка была. Посмотри, трутень есть какой. Это не с этой семьи. Это не с этой. Все, что рыжий петь. На. Володя, сам карман, Володя. На семено бери. А? Все, это не зрело еще. Сейчас я тебе покажу. Матка ушла в ней? Где-то под бруском, наверное. Ну, она где-то в этом районе была. Может, ушла. Он рыжий, только тронул его, и он сразу. Ну, так сразу же. О, видишь, куми, сидят, видишь, хорошо так сидят. Я закрываю? Он капает. Как хочешь, можешь посмотреть дальше. Да, можешь закрывать. Вижу. Посмотреть, все. Есть расплод вообще, вторую. Сеет они, не сеет, что. Держат гнездо, хорошо, нет? Ну, той же тоже было, тут третья. Да не надо. Третья. Додановская рамка, конечно. Сейчас есть рута, сейчас пойдем на руту. Что мне нравится, ты не забыл, когда что? Они полумесяцем ставят мед. Нет, ты не забыл, сейчас поедем там, где 18 рамок расходов. Да мы сейчас будем считать, да. Я как раз подготавливаю, считаю, сколько здесь. На крайней трутень. Это ты специально подрезал? Нет, нет. А? Нет. Оно застроено. Ух ты! Что там? Все, забираем. Качать. Мед. Щиру прям. Пробуй мед. И на крайней рамке раз. Дай немножко стамеску. Стой! Дай стамеску. Дай он попробует. Забрать? Да, нам мешает потом здесь. Не говори, что хочешь меня попробовать. Вкусный? Не, не сладкий. Сироп. Соленый? Инверт. У нас же в Молдове сейчас пошла мода, это инвертированный. Бери. Не сбежали. Отламывается. Смотри, постояла сколько и пчела. Да. Пчела не сбежала. Сидела, так и сидит. Идем сейчас этот А тут решетки нету? Нет, решетки не ставил, потому что ставил настройку магазина. Угу. Да, красиво. Не нравится? Не нравится. Не нравится. Надо уже ставить решетку. Ну, я думаю, матка не зайдет в любом случае. И с той стороны угловой открывать тоже. Посмотришь все. Ты думал, очень пару. О, пчела сразу такого цвета приятного. Нормального. Привычного, да? А кто тут? А? Кто тут? Это Висеевич. Варвара Толеран. Надо тебе уже ставить что-то сюда. Потому что они, да, заливают. Смотри. Точно будем ее вскрывать, потому что потечет. Вскрывай, вскрывай. А? Вскрывай, посмотришь матку, посмотришь, что, как. Не, не надо, не вскрывай. Сейчас я смотрю. Садомаза хватит. 300 евро? Да, тоже. Это весь прицеп 500, а сейчас пойдем на рутовскую тоже. Из Карпатки, да? Да. Она такая желтая, а вон сразу маточку вижу. Да. Вот, с меткой. Угу. Так, неси, Ваня, клеточку. Да, вот давай, давай. Так, клеточка уже есть на готове. А ну да, я так побежу ее. Да, маточка, да, красивая. Красивая, хорошая. Да, это американка на вароустойчивость. Посмотри, да, и видишь, здесь медового венца практически нет. Там, хотя подзалита она. Тоже. Ты капаешь тоже на такое. Да, это нужно давать. Если потеплее, то или до утра строить всех. Как держит итальянка. Конечно, она намного миролюбивее Миннесоты. Да, намного. И дочки тоже? Да. Так это F-ки. Это F-ки, да? Это F-ки, да. F1. Разница есть большая. Чувствуется, да? Да, Миннесота все грызет, но зато и тащит. Миннесота, я слушаю, пчела для ленивых. Там не надо ничего делать, она все сама делает. Только приходишь, метка чаще. Рамочка, да? Все, это... дальше уже не будем. Ты что там? Не... Можешь посмотреть, там языки. Не, мы дальше уже. Петя уже не хочет мед. Своего-то меда нет, наверное. Да. Давай сначала ты поставь. Да, матовский. Ну, он матка. А, хорошо. Давай, давай. Я повесил. Ну, они так тоже стоят, вот ничего не сильно. Пчела. Сразу приятного цвета, привычного, да? Да. Тут там какое-то непонятное было. Что, идем на рутовку? Наконец-то. Наконец-то? На рутовку. Так здесь не рут. Я хотел посмотреть, как тянут, не тянут, что. А вообще, что это история этих? Это отводки прошлогодние. Что это вообще история? Это да. Вот рута нет. А рут отводки как вы делали? На сколько рамок? Когда? Отводки делали на 2 рамках печатного распора. А когда? Это июль? После майского надо. После мая. Июнь. Где-то июня. Начало июня. И зимовали они в одном корпусе? Зимовали в одном корпусе. И вы всем кидали овощину? Сейчас кину всем овощину, абсолютно. Есть некоторые вот по 20 строили. Угу. Корпус отращу. Вот-вот. Почему на верхней витке делают? А? Почему на верхней витке? Лучше работает. На верхней? Да. Да, на верхней. Да, можно делать. Показываешь самого низкого. Низкого, открывай низкий. Мне все равно, кто хочешь. Просто там я и в этот, вощину и семью ставил. Я люблю. Так? Да, да. Ну это тоже вощину кидал, да? А здесь что за... Снимай два сразу. Да. Здесь что за история? Там решетки стоит? Нет, нет, я не ставлю. Это кто, Андрей, здесь? Здесь это Питер Стофан. А, это БЗФ, да? Да, да, это БЗФ. Да. Да. Сразу, они даже, кстати, улыбаются, когда открывают. Да, машут и улыбаются. Это вощину ставили. Ну вот где трутень. Откуда берется трутень, видишь? Такой. Кстати, вот. Не сеет надо? Ну, лощины здесь нет. А здесь нету сева здесь? Нету. Нету, до утра будет. Да, ну, они ж только подтянули ее чуть-чуть. Да. А, там еще и нижний есть. А, ну, видишь, он яйца. Я говорю, что здесь ну, есть чуть-чуть засев. Есть засев, видишь? Да. Смотри, ромашка. Перени театр Рошана, ты уже это. Сину, будем узнать водой тренер дети. Так на китайском не разговариваем. Я вижу, пару трудней в карман поставил. Возьмем себе домой. Возьми брата покажи. Зиму А это зимовалые семьи? Да, это зимовалые семьи. Замена двух капитальных. Ой, блин, чего? Это проверка названия. Да. Это меда слишком много, скользкие рамки. Ты покажи, где мама, да? Если найдет, покажет. Она может быть ниже. Здесь тоже яйца есть. Давай. Нет, не ходит? Там тоже нет. Неудобно, конечно, работать и чатать на прицепах. На прицепах? Так он не работает на них, он только ставит карпса и снимает мед. Нет у нас. А, ты кисяешь сейчас? Надо позагоняй их. Дай поиграюсь. Все, пошел огонь. Мясо где? И все, теперь матка ушла вниз. Попробуй еще, да? Матка еще почти. Не, матка внизу, я думаю, что она внизу. Или на этой рамке, которая сядет вниз затаскивает. А эти корпуса Аурел делал, да? Не укал. Смотри, трутня, сколько жил. Это у Аурела какие взял? Аурел... Кресини? Вот, да, все синий. Угу. Синий потом те, там, зеленый. Зеленый, да, зеленый. Здесь тоже решетки нет, да? Нет, я не ставил. Где магазины все стоят, решетки не ставил. Ну, смотри, кульком даже есть это. Чем? А что здесь написано? Да, вот и Андрей, елку КСМ. Продам? Под вопросом было. Мы так не запись не делаем. Здесь все от БЗФ идет? Да, весь прицеп. Весь прицеп? Да. И, конечно, разница с Миннесотой по миролюбию огромная, да? Ну, я не знаю, пропасть. Ну вот. Ну, чтобы люди видели, что держать, что нет. Засев есть? Да, да, есть. С этой стороны. Пойдет. Да не, ну... Тамочка, да? Видишь, здесь матку сложнее найти, она на двух корпусах ходит. Надо смотреть вниз. Яйца есть, зачем искать? Ну, БЗФ матки более желтые, да? Похожие на ВСА? Нет, или темнее? Полосатые? Темнее немножко. Да? Темнее. У меня была 33-я. Ну это самая злая. Ну там попадались и хорошие, попадались и злобливые. Но сила семьи была терпима. Отличная. Я скажу, что терпимо. Ну, видишь, это ранки резанные из лежаков. Б-33 в Украине было одно время так, на слуху, из-за злобливости. Это та следующая, это прошлогодняя рамочка. Отлично скоба все. Кстати, ты спрашивал, тебе да? Боковые, да. Видишь, как мы делаем боковые скобы? Расплодь. Нравится скобами работать? Отлично вообще. Я потом не делаю. Я думаю, боковой, видишь? Угу. Вот мы еще бьем с доктором, да, дополнительным. Да. Чтобы чтоб не расцепилось. Не вытаскивался брусок верхний. Удобнее же работать с рутовской рамкой. Удобнее? Ну, чем с додановской, конечно. Ну так переходим потихонечку. С лежака сразу на корпусной и на рутовскую тяжело как бы перейти. Ну да, в один раз. За один год не перейдешь. Так, где же матку? А зачем? А, на это? Быстрее всего там найдешь. Там на 300 снимать две. Там то же самое БЗФ. А зачем ты матку? На Полтаву? Достаточно ровные все. Смотри. Ну, есть некоторые выскочки, вон, видишь, как этот. Это выскочки, да? Да. Этот уже остров. Два корпуса, два магазина. Открой, Денис, этот слез. Ух ты. Прилипла аккуратно. Да. Видишь, даже по второму. Слушай, технология, просто суши так мало у вас, да? Там все вообще. Нет, эту пасеку мы хотим перевести вот все на дерево. Мы снимаем эти корпуса, все алюминиевые еще делали. Переводим ее на пасеку эко. Поэтому мы стараемся строить много. Там должно быть не меньше 70% новых рам. Угу. Поэтому и в гнезде хотим обменять все, и в подмет тем более. Какие преимущества вот эко? Ты говорил, что там мед. А насколько дороже? Ну, почти в дороже. И акацию ты говорил, почем можно продать эко? Пока не знаю, вот сейчас сделаем, посмотрим. Почем? Пока обещают. А обещают сколько? Обещают больше стали. Это сколько в евро? 5-6 евро. Но все равно есть определенные трудозатраты, конечно. Есть, конечно, потому что если даже взять семьи, даже эти хорошие, они строили два магазина, сейчас заливают. Если бы я им кинул сушь, было бы 3. Да, было бы, конечно, меда. Потеря меда идет, но понятно, что это строишь. На следующий год уже будет легче. Будут рамы новые, и в семье тоже уже будет легче работать. И приятно. Открываешь, да? Когда рамочки. Сколько семей на эко вы хотите? Да, очень пасеку. Ну, пока мы эту пасеку переводим, то 150 семей. Переводим пока эту. Посмотрим. Если она будет себя оправдывать, мы переведем все. Если нет, то тогда как бы нет смысла. потому что очень много денег уходит на это все. А вот в дереве есть разница корпуса в развитии? Я скажу, что разница есть. Деревья не так развиваются, как в этих даже алюминиевых. Я вот смотрел в алюминиевых, там расплод на крайних рамках. Да, да, там до стенки прям. Плюс пчела не выкучивается. Здесь вот хорошие семьи, в жару вот даже вот те, да, весь ряд будет, весь этот, практически на двух, на трех корпусах будет висеть пчела. Выкучивается. В жару не выдерживает. Вот. Ну, пенопласт, плюс алюминий. Пенополистирол, нормально. А дерево, вот этот минус как бы есть. Плюс зимовка тоже самое. Дерево мороз проводит. Такой шматку посмотреть. В АПД вчера надо было смотреть. Да. Маток. Там быстро. Андрюха, классно. Молодцы. Спасибо. Спасибо за экскурсию. Высыпи. Что? Что-то еще интересует, вот здесь нет. Видим на другую. Петя, трутни наловил? Петя, трутни наловил? Конечно. Можешь уже ехать? Да, уже все.